Всем привет! Сегодня собрались на Саранакан, вершину мирового раздела, в составе Паджеро 2 коротыш, 33-я ЦСТ-шка, задняя блокировка, УАЗик Патриот, дюратреки, задняя блокировка. Еще должен скудик коротыш догнать. Едем, получается, там он голец. Традиционная наша новогодняя покатуха. Парни недавно ездили, мы вот не получилось. Сейчас поедем. Алексей, поехал. Дастер горочка, Паджерик, ЦСТ-шка. Давление не спускали, на накачанных едем.
машина обкатывается. Все, забрались к подножью горы Саранакана. Туда немножко подняться, и сама вершина будет. Тут можно еще поскрестись, но там большие камни и тупик. Сейчас пехом пойдем. Так, Леха на поджерике решил чуть-чуть повыше забраться. В принципе, да. Метров 20-30 проедет, и дальше особо некуда. Все. Дальше, если очень заморочиться, можно, конечно, проползти. Но это того не стоит. Вот забрались пешком на эту установку. Какая-то радиотранслятор. Бывало и на машинах некоторые сюда подъезжали, но это надо хорошего подготовыша. Там вдалеке большой Саранакан виднеется, на самой вершине Мамалова. Сейчас обратно попремся. Ну все, доехали до села Бургинь, вернулись. Поездка получилась удачная. Никто ничего не поломался, все целые, колеса целые, а то обычно все прокалываем, пробивается там камни.
с погодой тоже повезло. Солнышко, ветра практически даже на вершине не было. Так что все окей. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.